маги колдовства. Значит, много было случаев, даже у нас в парке кузнечики подходила ко мне даже цыганка, гадала мне, сама я не хотела этого, она мне сказала всю правду, я была, конечно, в шоке, но до конца не верила, просто общую фразу говорила, но все попадала она в точку, поэтому я поверила. Верю, у меня у подруги была такая ситуация, что увели отца и ее отца, увела другая женщина, в это верю. И главное дело, он как будто зомби был, вот ночью, днем приходит, ночью уходит в другое, в это я верю. Люди просто как-то, так сказать, растеряны в жизни, что-то им, так сказать, неясно, непонятно, и они объясняют это все магией, колдовством. Очень много всего и неизведанного, и таинственного. Вот. Я думаю, что это есть, даже сны и вещи, вот мне даже снятся, потом все сбывается.